Я с тобой, Маринет. Я твоя подруга. Ты расскажешь нам все свои тайны, и тебе сразу станет гораздо легче. Не нужно этого делать, Трикс. Помни, что было, когда ты использовала силу без хозяина. Маринет не должна раскрыть тайну. Мираж! Как она? Не убегай, Маринет! Мы же подруги, правда? Идемте. Спасибо, Трикс. Кики, давай! Когда Квами использует свою силу без хозяина, это же очень часто приводит к катастрофам. Моя сила создает иллюзии. Побочные эффекты останутся только в их воображении. Да ладно, чудесная Леди Баг все равно вернет все на место. Надеюсь. Трикс. Странный феномен только что охватил Эйфелеву башню. Мы советуем порешать... Ставлю головку командира на то, что это Трикс. Трикс? Квами иллюзий. То, что Леди Баг нужна помощь, мне точно не кажется. Ну класс. Даже когда напортачил не я, прибирать все равно мне. Плак, когти! Марине! Будь видела Маринет Дюпен Чен. А? Тогда вы поможете нам найти ее. Вашим услугам, принцесса Аромата. Она должна быть где-то здесь. Разделимся. Привет, миледи! У суперзлодеев вечеринка, а нас не пригласили? Они ищут Маринет Дюпен Чен, одноклассницу. Мы уже спасали ее несколько раз. Странно, я думала, она всем нравится. Видимо, сумела разозлить всех подруг сразу. Ты еще там? Я думаю. Злодеев пятеро, будет сложно найти предмет, в котором сидит Акума. Но у тебя наверняка есть идея, да? Я изолирую одного злодея от остальных и заставлю сказать, где Акума. А ты найди повелительницу времени, чтобы не вернула все назад. Иначе она разрушит весь мой план. Удачи, миледи. Спасибо. Тебе тоже. Привет, давно не виделись. Как тикается, мисс Будильник? Повелительница времени, и я не хочу тратить на тебя ни секунды.